А в Новосибирске построили не просто стену, а целый город из снега. Поселение эскимосов возвели новосибирцы на льду Обского моря всего за 2 часа. В соревнованиях по строительству иглу приняли участие 100 человек. Чтобы победить, нужно было соорудить самую большую снежную хижину быстрее всех. Результат оценивали по соотношению площади дома к количеству участников команды, которую строил. За каждую дыру в крыше и каждые 10 минут задержки снимали баллы. После небольшого мастер-класса соорудить иглу теоретически может даже новичок. Но справились не все команды. Сложнее всего оказалось выпилить из снега кирпичи нужного размера и формы и сложить их в классическую полусферу. У многих получились вытянутые вверх башенки. После завершения конкурса самые отчаянные строители остались ночевать вот в этих домах. Туристические клубы, они, для них это не новость, ночевки холодные, поэтому часть народу, возможно, останется ночевать. В большинстве случаев достаточно собственной температуры тела, чтобы обогреть эту иглу, и внутри будет от минус 5 до плюс 5, в зависимости от качества самого строения.